Вот кладбище Бадалык, вот аллея Славы. В прошлом году я здесь сделал захоронение на две могилы. Пойдемте посмотрим. Ну вот сегодня 7 мая, как вы видите, выпал снег. Ну как бы говорю, что бояться не нужно, заказы делать уже нужно, потому что этот снег, он не критичный. Я думаю, вечером его либо к утру уже завтра не будет. Так. А нам бы сейчас найти. А вот и нашел я уже. Вот то, что делал я в прошлом году. Ну вот, мы видим, что, скорее всего, никто ничего не убирал. Так подмели, наверное. Мыть никто ничего не мыл. Вот. Вот ложил я плиточку. Основание было до меня залито неровно. Я предлагал, конечно, срубить вот это вот дело, но заказчики не захотели. Не захотели, они захотели вот так вот отштукатурить, откосик такой вот сделать, вывести. Ну, думаю, согласитесь, неплохо получилось. Когда я сюда пришел в том году, здесь ужасно, что было, ребята. Здесь барханы такие были, провалено все здесь, просто трубы какие-то лежали, памятники покосившиеся. Памятники мы не меняли, оставили старые. Заказчик не захотел ни оградку, ни памятники менять. Вот поставили вот такие вазы под цветы. И даже ячеечки под землю не оставили, все заложили. Но зато удобненько, смотрите, плиточка светленькая. И все видно, все красиво. Ну, идем дальше.